В ефірі телеканал «Відкритий». Ну що ж, ніч була сьогодні для мешканців області тривожною, було дві тривоги. Однак наразі на Дніпропетровщині ситуація стабільна. Хочу повідомити про те, що енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність. Нагадаю, сьогодні вночі обстріляли атомну електростанцію. Внаслідок обстрілів виникла на території АЕС пожежа. Підрозділи ДСНС України її ліквідували. Інформації про загиблих або травмованих наразі немає, тому, будь ласка, зберігайте спокій. Власне, ми зараз спробуємо вам додати більше корисної інформації. Сьогодні в наших гостях Микита Нем'ятий, він засновник автошколи та викладач з контраварійного водіння. Микита, давайте розкажемо глядачам, як підготувати свою автівку. Так, в період, коли в нас в країні військовий стан, якщо хтось хоче поїхати на далекі відстані, або доведеться, можливо, жити в автівці, як її підготувати, будь ласка? Ну, во-первых, я хочу отметить и сказать, что самое главное не паниковать. Все об этом говорят очень правильно. Это первое. Второе, не нужно падать духом. Нужно собраться, потому что уже больше недели происходит то, что никогда никто не знал и не хотел. Поэтому сейчас больше такой психологический переломный период пошел. Нужно, самое главное, не падать духом, нормально, здраво относиться ко всему происходящему, с холодной головой. Это очень важно, потому что в состоянии какого-то тревоги, скажем так, то есть можно наломать дров, даже если вы очень опытный водитель, или даже если вы такой тертый калач, скажем так, то есть вы везде все видели, везде все знаете и так далее. Что касается непосредственно темы, как подготовить автомобиль. Будем говорить тезисно, потому что готовилось это все на скорую руку, поэтому по возможности запоминайте, возможно, даже записывайте. Значит, что касается вашего самого автомобиля. Первым должен быть полностью исправен, потому что готовьтесь, что вы будете ехать на далекое расстояние. Возможно, я не призываю кого-то куда-то ехать, это не в моей компетенции. Но я говорю о том, в случае, если вы куда-то планируете ехать вместе сами со своей семьей, или вы планируете кого-то эвакуировать, например, есть много сейчас людей, которые помогают с близких городу Днепр, географически близких городов эвакуировать с города Харьков, например, и так далее, то будьте готовы к тому, что у вас первое, был обязательно полный бак бензина, был исправен автомобиль в общем. Потому что, к очень большому сожалению, если вы станете где-то на дороге в связи с неисправностью, вам крайне мало кто-то сможет помочь, особенно если у вас поломка серьезная в автомобиле, да, то есть это нужно специализированное СТО и так далее. Готовьте свой автомобиль заранее. Знаю, что в городе есть несколько сервисов, которые сейчас работают. В приоритете у них обслуживание техники, обслуживание скорых помощи, обслуживание пожарников, обслуживание полицейских автомобилей. Некоторые из них даже делают это бесплатно, но тем не менее вы можете туда приехать, и они помогут вам с автомобилем. Первое, все жидкости должны быть залиты в автомобиле, масло залито, охлаждающие жидкости, все должно быть исправно, все должно работать у вас в автомобиле. Это раз. Второе, обращаю внимание, в связи с тем, что ситуация с бензином с каждым днем все больше обостряется, не включайте лишние подзарядки, магнитолы, возможно, регистраторы в автомобиле. Не забывайте, чем больше у вас включено в автомобиле электрического, тем больше у вас идет расход бензина. Поэтому экономьте, начинайте экономить понемножку, но это тоже влияет. Следующее. В самом автомобиле у вас не должно быть лишних каких-то предметов, которые вам не помогут в дороге или не помогут в том месте, куда вы планируете приехать. То есть какие-то, например, там, ну, разные люди, разные работают, там что-то возят, например. Освободите автомобиль от всего лишнего и загрузите автомобиль обязательно только тем, что представляет для вас ценность. То есть это личные вещи обязательно, это предметы первой необходимости, это провизия, это еда обязательно.
Не знаю, как сейчас, но, возможно, есть еще места, где вы можете залить бензин, помимо автомобиля, еще в канистру, и вам нальют его. Обязательно это не будет лишним. Найти, сейчас, к сожалению, дефициты канистры в том числе, да, найти, возможно, у вас есть в гараже канистра, и налить еще запасного бензина в канистру, чтобы у вас был, чтобы вам хватило вашего топлива на максимально длинное расстояние. Сам автомобиль, если у вас есть дети, закрепите правильно детское кресло. И ребенок, чтобы также находился в детском кресле. Что касается ремней безопасности, то, на мой взгляд, как специалиста, я так сделал и с первого дня войны, военных действий, так езжу, я не пристегиваюсь. Объясню, почему я так делаю, потому что я считаю, что в экстренном случае, если мне нужно будет покинуть автомобиль, каждые полсекунды будут на счету, поэтому мне будет тяжело, да, там, отворачиваться, как-то отстегиваться и так далее. Поэтому я привел лично свой пример. Зрители, люди, которые меня слушают, могут поступать, как они считают нужным. Но я, как специалист, рекомендую не пристегиваться, подчеркиваю, это на период вот этих вот военных действий, для того, чтобы экстренно, в случае чего, вы могли, первое, покинуть автомобиль, второе, помочь людям, которые в салоне автомобиля, в том числе детям, какие-то предметы, например, и так далее. Отмечу, что обязательно все документы на автомобиль у вас должны быть физически с собой, потому что они могут быть в электронном виде, сейчас это было у многих, и до войны это был мейнстрим, все документы в электронном виде, но сейчас учтите, что интернет может не работать, телефоны могут не работать, телефоны могут разрядиться, поэтому физически у вас должны быть документы на автомобиль, так же, как и физически с собой всегда должны быть ваши документы, потому что в случае, если вас остановят, мы сейчас до этого тоже дойдем, да, там правила поведения на блокпостах, то вы всегда должны сразу показать все документы, чем дольше вы будете искать свои документы, что-то там копошиться где-то, тем больше вы можете вызвать подозрения на блокпостах в частности. Очень напряженное сейчас время и очень напряженные люди везде, и в том числе те люди, которые на теробороне, те люди, которые на блокпостах военные. Поэтому у вас должно быть все наготове, когда вы остановились перед блокпостом. Это сейчас нормальная абсолютно процедура. Будьте готовы сразу показывать свои документы. В первую очередь документы, которые подтверждают вашу личность. Во вторую очередь документы на сам автомобиль. Все это, и плюс люди в салоне, чтобы сделали так же. То есть это должно быть при вас, это должно быть наготове у вас. Не рекомендую, чтобы эти документы были где-то в сумках, которые не с вами. Рекомендую, чтобы они были в каких-то или нательных сумках, там, например, чтобы физически эти документы всегда были с вами. Это очень основной момент. Человек без документа в военный период вызывает очень большое количество вопросов и подозрений и подвергает сам себя опасности. Если вас остановили на блокпосту, вы, вернее, остановились, да, потому что это сейчас нормальная абсолютно процедура. Первое, не нужно никаких резких движений делать абсолютно. Руки держите на видном месте. Это очень принципиально важный момент, потому что любой территориальный оборонец, любой военный будет внимательно смотреть за вашими руками. Если вы руки начнете совать куда-то не туда, у него может быть подозрение абсолютно оправданное, что он не знает, кто вы, да, возможно, вы потянули за оружием там каким-то и так далее. Поэтому ведите себя спокойно. С вами могут говорить грубо. Сейчас это нормально, и не нужно тут быть восприимчивыми чересчур, да, поэтому нормально относитесь к тому, в какой форме и в каком формате с вами общаются. Показывайте документы, руки держим на месте, слушаем то, что вам говорят, полностью открываем окошко автомобиля, не нужно говорить, да, там через вот такое окошко, опять-таки это вызовет подозрение, учитывая, что огромное количество автомобилей у нас затонированные, поэтому не всегда может быть видно. Есть такая тонировка, где подходишь вплотную к автомобилю и не видно, что в автомобиле происходит, да, поэтому тот человек, который к вам подходит, он переживает не меньше вашего,
да, потому что он не понимает, что в автомобиле происходит. Вот, опускаете полностью стекло автомобиля, которое боковое, показываете человеку документы, обязательно показываете прописку, будьте готовы объяснить, куда вы едете, откуда вы едете, зачем вы едете и так далее. Обязательно нужно, запрещается резко после того, как вы прошли контроль, резко газовать и уезжать, это может вызвать подозрение какое-то. Когда вы останавливаетесь, нужно выключить музыку в автомобиле, если я не ошибаюсь, выключить фары в автомобиле и поставить автомобиль на ручник, на ручной тормоз и стоять, общаться до тех пор, пока вам не скажут, что проезжаете. Все. Вот, собственно говоря, такая вот несложная хронология действий. Я думаю, в 2014 году, когда также сталкивались с блокпостами, и в 2015 году в том числе, многие вспомнят, как было тогда. То есть хронология действий примерно такая же. Учтите, что вас может остановить не только полицейский, но и военный, территориальный оборонец, как я уже говорил. Это тоже в формате военного времени, это тоже нормальная ситуация. Вот. Обращаю внимание с точки зрения безопасности вашей движения по городу. У нас до военного времени была огромная армия нарушителей, людей, которые ездили не по правилам, людей, которые попадали в ДТП. Сейчас, когда принципы и правила дорожного движения отошли на задний план целиком и полностью, сейчас практически все, большинство людей ездят в принципе не по правилам. Я наблюдаю, мы занимаемся волонтерством с первого дня, я наблюдаю целый день, езжу по городу, я наблюдаю, как люди в таких даже, казалось бы, элементарных моментах, я наблюдал, например, мы ехали, подъехали, заезжали на круговое движение на Тополе, несколькими минутами ранее прозвучала тревога, воздушная, да, то есть начали звучать сирены. Женщина с паникахи как спускалась, так еще даже больше перед круговым движением притопила, то есть нажала на педаль газ, хотя по правилам она должна пропустить было. То есть она даже и не думала притормаживать. Поэтому я прекрасно понимаю, что если бы, да, я там и на нее не обратил внимания, дальше бы ехал, то у нас было бы довольно серьезное ДТП. Поэтому смотрите в оба. Сейчас те правила дорожного движения, которых мы знаем, кто-то больше, кто-то меньше, сейчас они не всегда работают. И если вы едете по главной, это не означает, что человек с другой части дороги, с другой части перекрестка, думает также об этом, да? То есть он может элементарно прямо как ехал, так едет. Смотрите в оба везде и всегда. Особенно на нерегулярном, везде смотрите, потому что где-то может проезжать человек, который просто будет просто ехать, потому что он испуган. Сейчас есть немаленькое количество людей, которые садятся без водительского удостоверения, без должного опыта управления автомобилем. Девушки там, например, и так далее. Мы в своем учебном центре организовали для девушек, у которых нет водительских прав, это только касается на период военных действий, которые ни разу не сидели за рулем, получасовой мини-курс, как просто сесть в автомобиль, завести его и поехать. Это он бесплатный абсолютно. Мы это сделали для того, чтобы человек просто знал, как спасти свою жизнь. Мы ни в коем случае не декларируем, мы не говорим, что вот сейчас все, раз война, то все садитесь за руль, без прав и ездите. Нет, мы это делаем исключительно на тот случай, чтобы человек мог спасти свою жизнь. Я подчеркиваю этот момент. Учим азам, чтобы человек завел банально и хоть знал, как прямо, например, проехать и так далее. В формате получаса. Что касается, если вы едете, увидели, я думаю, все полностью информированы с различных источников, СМИ, телеграм-каналов и прочих, да, все видели эти видео, когда, например, там мужчина едет, в конце улицы начинает взрываться и так далее, то эти вещи трудно предугадать, трудно с собой совладать, но рекомендую по возможности смотреть, с какой стороны что прилетает, и ехать, соответственно, в противоположную сторону.
На мой взгляд, я бы делал бы так. Хотя, опять-таки, инструкции нету, как в этих ситуациях быть. И вы можете банально быть на маленькой улице с такими же водителями, вы не сможете никуда деться и так далі. Тут можна уточнення? Конечно. Краще вийти з автівки, шукати бомбосховище, чи поїхати все ж? От як би ви зробили? Я, наскільки за це время мені получилось прочитать, там, просмотреть какого-то матеріалу, прочитать какую-то крайне скудную літературу, більше в форматі там каких-то постів, постерів каких-то. В період обстрілу, как правило, это из рекомендаций тех людей, которые до событий в Украине оказывались под обстрелами. Лучше быть, чаще погибают те люди, которые физически передвигаются, в том числе и на автомобиле. Поэтому рекомендуют быть в укрытии. То есть вот если взять общую мировую статистику, то во время обстрела больше людей погибает, которые в этот момент сейчас двигаются по городу, на машине, на велосипеде, пешком, неважно. То есть если начался обстрел, значит нужно в укрытии быть. И соответственно нужно, как бы вам дорог не был автомобиль, да, нужно покинуть автомобиль все-таки, да, и пройти в укрытие, которое вы увидели рядом. К сожалению, бомбоубежища не все в нормальном состоянии, не все работают, это факт. Поэтому, ну, укрытием может послужить, да, там, любой там гараж, например, там, любое какое-то одноэтажное здание, кирпичное там, например. Ну, тут уже нужно смотреть по ситуации. Ну, да, в любом случае, покидать автомобиль нужно. Скажіть, будь ласка, я бачила в нас в Дніпрі автівка на Харківських номерах, прямо от просто альбомний лист приклеїть з надписом «Діти». Як обклеїти на свою автівку? Чи це врятує? Хотел еще, да, кстати говоря, отметить, что помимо большого количества нарушителей, которые сейчас только обострилось, еще есть много людей, которые, для которых наш город не знаком. То есть они ездят на харьковских номерах, на запорожских номерах, на номерах других областей. И видно и понятно, что это люди, которые они первый раз в нашем городе. Да, поэтому да, они спасаются, да, как бы в нашем городе. И им тоже нужно быть внимательны с этими водителями, да, большую дистанцию держать, потому что они могут как-то не туда повернуть и так далее. Что касается наклеек, то существует такая рекомендация. В военное время, если вы мирный житель, если вы не участвуете, да, там, в каких-то операциях специальных и прочие моменты, то есть вы мирный, обычный горожанин, обычный мирный житель, то есть рекомендуется фактор детей использовать. Что это значит? Если вас остановили военные, обязательно рекомендуют говорить о том, что вот, это мой ребенок, он все что угодно придумывать, что с ним. То есть фактор детей, он смягчает любого человека, где бы он ни был, по чью сторону бы он ни был. И фактор наклейки вот этой, он тоже может сыграть определенную роль. Да, дети в автомобиле, то есть возможно, есть шанс, что, ну, скажем так, лишний раз не стрельнут или лишний раз пропустят, потому что видят эту наклейку. Будемо на це сподіватися, не зважаючи на те, що в Україні діти гинуть, їх вбивають окупанти. Ще до вас буде питання, надійніше електромобіль чи все ж на бензині? Якщо у людини електромобілі, вона хоче поїхати на Західну Україну, ну... К очень большому сожалению, да, я сейчас не вижу по городу электромобилей. Я не знаю, с чем это связано, я не занимаюсь тем, что я их отслеживаю, но да, понятно, что если нечем заправить, то вариантов никаких нет. Этот автомобиль просто металлическая пластиковая коробка. Эффективнее всего это автомобили, которые на бензине, на дизеле даже, наверное, потому что дизеля больше, чем бензина. По крайней мере, есть заправки, где дизель есть, а бензина нет.
Вот, поэтому, но как бы тут опять-таки есть случаев очень много, которые я сейчас знаю, что люди забирают даже с ремонта. Вот человек ремонтировался автомобиль, он забирает какой угодно автомобиль, едет. То есть сейчас это не важно, главное средство передвижения, на котором ты можешь поехать. Сейчас отошло на второй план. На чем именно, да, и как? То есть у людей, у многих людей есть большое желание уехать по разным причинам, да, и им не важно на чем. Электромобиль, это бензиновый автомобиль и так далее. Останнє питання. Що ще має бути в автомобілі і що стосується аптечки? Що там має бути, не дивлячись на те, що зараз дуже важко дістати медикаменти, про жгути я взагалі мовчу, якщо буде велосипедна камера, то вже добре. Да, значить, що касається медикаментів, медикаменти рекомендую, щоб були всі, абсолютно. Не суть, то есть все аптечки, которые у вас есть, все медикаменты, которые есть, они могут пригодиться вам, особенно это жаропонижающие, особенно это спирт, особенно это обезболивающие, особенно это какие-то бинты. Йод с молоком. Да, нужно будет тоже, да, ну, это раз. Далее, что касается еще, что должно быть в автомобиле. Если есть электрический кипятильник, пусть будет. Если есть у вас в автомобиле, есть такая возможность какую-то или горелку, например, перевозить, топор, там, дрова, например, это тоже рекомендуется, это тоже можно, потому что неизвестно, как у вас будет. Спальные мешки, максимально теплых вещей. Каким образом спать в автомобиле? То есть, да, если так получится, что вам приходится ночевать в автомобиле. Сейчас на улице еще холодно очень, поэтому история актуальна. Поэтому, чтобы позакрывали все окна, протопили автомобиль печкой, выключили. Если у вас автомобиль работает и вы находитесь на улице, практически нулевая вероятность, что там кто-то там задохнется в нем и так далее. Это все мифы абсолютно. Если он в закрытом помещении, то да, тут могут быть вопросы. Вот. Желательно, чтобы ваш автомобиль был не на ветру, то есть это максимально сохранит там. Обязательно рекомендую разбуться и ноги умостить, например, в плед куда-то теплый и так далее, да, таким образом ноги ваши будут дышать, они будут отдыхать, как бы в то же время они будут в тепле. И самостоятельно вы сами укрылись, опустили сидушки, укрылись теми вещами, одели, возможно, у кого-то есть спальные мешки, то же самое, то есть укрывайтесь, одевайтесь, и, в принципе, есть возможность, опять-таки, водителю скажу по практике, если вас вообще полностью выключает за рулем, да, то есть вы засыпаете, то 2-3 часа хватает для того, чтобы чуть-чуть перебить сон и дальше поехать. Поэтому этого вам хватит, и прогрева в автомобиле тоже хватит для того, чтобы вы чуть-чуть передохнули и с новыми силами дальше поехали. Ну, тут, врешті, також дуже важливе завдання того, хто сидить поруч, він повинен відволікати, розмовляти, аби людина не заснула. Да, абсолютно правильно, да. Тут как бы, ну опять-таки, сейчас водители все в напряжении и так далее. И плюс еще забыл еще отметить, что если вы мирный человек, то не рекомендуется быть в чем-то камуфляжном из одежды, не рекомендуется, чтобы у вас были из камуфляжа какие-то мешки, какие-то сумки, какие-то баулы, потому что вас могут принять за военного человека, то есть вы себя подвергаете опасности. И плюс, очень много людей купило оружие, оно сейчас есть на руках, поэтому, ну, опять-таки, если вы едете на автомобиле, будьте готовы к тому, что ваш автомобиль будут обыскивать. Это нормальная практика, будут смотреть, что и как. И будьте готовы к тому, чтобы вы могли объяснить, откуда у вас то или иное оружие. Останнє питання, да, конечно, просто вони не закінчуються, бо є вони. Скажіть, будь ласка, де інформацію шукати? От якщо людина хоче їхати з Харкова, з Києва, з Дніпра на кордони, і ситуація щодо заторів, на яких локаціях? От я знаю, є там телеграм-канал, так і називається, «Дорога на Польщу». От де читати, обмінюватися інформацією з водіями між собою?
Це надійні телеграм-канали, де люди пишуть про свій досвід? Сейчас их появилось очень большое количество. Я не могу с уверенностью сказать, что да, тут надежно, тут ненадежно. Дорога на Польшу, вот вы сказали, я, например, не знал. Очень рекомендуется поддерживать связь с близкими людьми. Пока работает интернет, поддерживать связь с людьми, которые уехали, поддерживать связь с людьми, которые ездят. И вот таким вот образом вокруг себя обмениваться информацией этой полезной, она вам даст возможность, да, близкие люди вам скажут, ага, сюда можно, сюда нельзя. Вот, например, еще вчера на Харьков огромное количество людей ездило, в формате помощи, да, там транспортировки беженцев с Харькова. Сегодня, насколько мне известно, подчеркиваю, из моих близких людей, которые ездили и помогали, да, эвакуировать, сегодня уже на Харьков никто не ездит. Вчера дорога на Харьков занимала, если в обычное время, это 2... Мы знаем, ехала 9 годин. Да, там в обычное время 2-3 часа, то сейчас, да, вот мне говорили 10 часов, кто-то 12 даже простоял, ага, и так далее, так. Да. То есть уже вот вы получили эту информацию, уже знаете, собираете каждый, собираете информацию самостоятельно, исходя из того круга людей, с которым вы общаетесь, кто ездил, потому что сейчас кто где находится. Ну и понятно, что раз, это как бы делал бы я. Плюс второй момент, я бы отслеживал областя, где, скажем так, тише всего, где безопаснее всего, где меньше всего обострены военные действия, и ехал бы в тем, по тем направлениям. То есть я бы, если была такая, да, необходимость, то есть я стою здесь, в Днепре, но если была такая необходимость, то я бы вот такие вот собирательный образ сделал. Плюс просить пассажира, который рядом, чтобы он выступал в роли штурмана и параллельно тоже выполнял очень большую, да, важную работу. Да, абсолютно правильно. Во-первых, отслеживал раз. Во-вторых, по возможности купите на заправке обычную карту географическую, о которой все забыли по понятным причинам, потому что карты все эти были в телефонах, а сейчас может телефона не быть, он может сесть, может не быть интернета, он может некорректно показывать данные. Вот, поэтому так вы открыли географическую карту, вы хотя бы по карте проложили себе маршрут и поняли, да, ага, мы сейчас едем, потому что очень многие едут через села. Дороги у нас запутанные через села. Крайне мало было указателей до войны, в принципе, тяжело было, да, находить маршруты. На данный момент так и давно, потому что мы знаем информацию о том, что сейчас было решение Укравтодора, чтобы запутать врага, снимать таблички с указанием знаков населенных пунктов. Вот, поэтому сейчас еще тяжелее с этим может быть, да. И тут обычная географическая карта, она вам поможет селами, проселочными какими-то дорогами, возможно, центральными дорогами. Плюс рекомендую не поступать как все. То есть, если вы знаете, что все едут по какой-то одной дороге, то логично, что там будет больше автомобилей. Поэтому едьте по другому пути, по параллельному, но по другому пути. Опять-таки, если у вас цель быстрее добраться, если людей наоборот, если люди боятся самостоятельно ехать, ищут каких-то людей там по две, по три, да, по четыре машины, да. То есть, если вы наоборот, так бы у вас цель просто добраться там как будет, ну, чтобы вы были максимально безопасны, да, то быть в колонне. Но на мой взгляд, что автомобили в колонии, они все-таки более уязвимые, поэтому тут нужно понимать, что во многих моментах сейчас каждый сам за себя, во многих моментах. Я вам дуже дякую за такий короткий час, ми стільки дали корисної інформації. Я вам дуже дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Микита Нем'ятий, засновник автошколи та викладач з контравгрійного вождіння, говорили про те, як підготувати. Буквально пару слов добавлю, що я хочу всім ще раз пожелати, щоб всі успокоїлись, вели себе нормально, що победа і правда обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Героям все слава. Буде Україна і смерть ворогам та окупантам, які прийшли на наші землі. З вами була Анна Горбунчук. Дякую за увагу.